На тропе от дворца Гагарина к набережной, через улицу Ямалютина, маленькие лестницы, ручейки. Пройдем, посмотрим, как тут живут люди, как ходят, что тут такое осталось с древних времен. Позади остался красивый парк Звездный, заброшенные сады, большие ивы раскидистые, все старинное. Сейчас пойдем, посмотрим, что внизу, какие пейзажи откроются перед нами. Такая железная лестница идет, крепкая, но узкая. Двум людям зайти тяжело. А забор уже опасный, покостившийся. Время дает о себе знать. Впереди, как лианы, висячие сады. Спуск не очень крутой, впереди ручей течет. Какие-то звери шуршат, птицы или коты в листве. Лестница продолжает идти вниз, к водной глади, стекающей в сторону Десны. Вот мы у ручья, несущими самую воду в Десну, которая немножко ниже нас. Вода прозрачная, свет речной песок виден. Листва павших листьев продолжает двигаться по воде, к реке, заканчивая свой жизненный путь в водах этого ручья. Тихо, спокойно, умиротворенно. Ручей все шире и шире становится. Шум ручья распространяется на всю округу. Дороги прощаются бурыжные, когда их задирают старыми кирпичами и стенами. Дорожки тоже металлические. Широкий ручей впадает в другие, маленькие, все шире и шире становится. Течение усиливается. Один ручей, второй сливаются. И становится уже большим полноводным ручьем. Несущим свои воды нашу красавицу Десну. Лестницы ведут нас в другие дикие места, где обитают жители. Крутые особняки на фоне дешевых домиков. Брянск, город контраста. Сады террасами. Крутые виры напротив разрушенных домиков. Вот он, Брянск, улица Нижний Судок. Дореволюционные дома уже начинают заваливаться влево, вправо. Болотистая почва дает себе знать. Такой верхний, Нижний Судок. Сверху видно уже новое построение. А тут заросли диких кустов. Здесь вообще кошмар. Огромная мусорка на весь склон, которую никто не убирает. Куда смотрят экологи? Правый берег ручья вообще зарос полностью. А слева находится уже современное строение. Такой потоп несет. Вы же помните, что начинается в легендарном Белом колодце? Ручей Нижний Судок, где мы же побывали. Река бьет прямо из-под земли, поэтому довольно чистая. Видите, какая прозрачная вода и беленький песочек. Только падающая листва плывет по ней, и все. Впереди очередной мост бетонный, который идет ни в куда, в заросли. Старые особнячки, видать, довоенные, уже дореволюционные, из белого кирпича. И новое строение, все перемешалось здесь. Мост ведет никуда, видимо, аж там здание, стояние бы сейчас вот заросло. Берез бетонный мост выводит просто в кусты. За гаражами видны новые строения из золотого кирпича. А ручей все текет и текет. Гаражи на берегу, каждый имеет свой мостик, что интересно. Чтобы выехать, надо переехать ручей. Тут старинное здание соседствует с новым. Тут небольшой порог. Журчание воды, водопад небольшой. Вот мы уже вышли к набережной. Улица Калинка сейчас называют. А тут и старое строение, и новейшее. Барсовок. Интересное название. Дальше улица Пролетарская, Барсовок. Очень гостевой дом, чего-то только нету. Старина и новое все вместе. Вот такую мы прогулку совершили. Между прошлым и настоящим. Тут еще старая архитектура видна напротив новой. Все перемешано. Старина и модерн. Новое и старое.
новострой часовни и старый дом офицеров. Вот он, за нами, на сколько он.